Но он еще ничего, я думаю, что подлежит восстановлению. Эти дома тоже центральные. Так же, как Мариуполь, вот эта центральная часть в таком же состоянии. Город большей части уже освобожден. Вижу, что много работы будет. Но как только будет возможность, будем восстанавливать город. В принципе, действия идут очень активные. Уверен, что в ближайшее время город будет освобожден. Сегодня в условиях экономической агрессии Запада парламенту, правительству, всем региональным и местным органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна сплоченная, слаженная команда. Уже говорил в послании, что наша задача не приспособиться, не переждать период сложностей, вызовов и внешнего давления, а создать базу, основу для долгосрочного, независимого, успешного развития нашей страны. Партнеры, или уже можно сказать, бывшие партнеры в некоторых странах маниакально разрушают правовую базу и каналы диалога. Пытаются навязать всем свои взгляды и так называемые правила,
Какие правила? Уже много раз говорил. Их никто не видел. Кто их написал, эти правила? Вот у себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем. Но исследовать этим их правилам тоже не собираемся.